Всем привет! Сегодня переделываю свой педикюр. Относилось все, конечно же, хорошо, но потому что это покрытие на ногах, а на ногах все носится потрясающе. Единственное, что я немножко подрезала ногти, но это никак не помешало покрытию. Вы видите, насколько уже отросло, просто некогда было переделать, но сейчас наконец-то руки дошли. Брызгаю антисептиком, ну так, на всякий случай, все-таки это ноги. Снимаю покрытие твердосплавной фрезой с синей насечкой, она у меня с Казани. Она, ну думаю, будет помягче, чем зеленой. И снимаю покрытие вообще во все стороны, какие только удобно, ну потому что это ноги и в принципе что-либо делать на ногах неудобно. Главное не навредить себе. Беру одноразовую пилочку и просто придаю форму квадрат, а точнее просто делаю прямую линию и сильно не заморачиваюсь, ну потому что это ноги. От природы у меня ногти на ногах трапеции, поэтому особо какой-то тут квадрат у меня не получится, даже если очень сильно захотеть. Пушером тихонечко отодвигаю кутикулу, потому что она там маленькая, почти нет. Апельсиновая палочка здесь были бы глубокие ковыряния, поэтому пушер на ногах. И таким топориком я частично вычищаю птериги, чтобы меньше потом возиться там с фрезой. С фрезой, потому что опаснее. Затем беру кюретку и вычищаю застарелую кожу из-под ногтей. И не знаю, каким образом, каким чудом произошло так, что в этот раз у меня ногти не врезались. А еще у меня очень сильно отросла ногтевая пластина на большом пальце. И тут даже практически нечего укорачивать. Возможно, это и поспособствовало тому, что ногти не врезаются. Для меня это, честно говоря, загадка, но... Это факт. Обычно я всегда мучилась с срезанием ногтей. Беру такую пулечку с синей насечкой. Ну, потому что, по-моему, с красным у меня нет. И аккуратненько, еле касаясь, я вычищаю птериги и немножечко приподнимаю кутикулу в одну сторону, затем переключаю на реверс и делаю это все в другую сторону.
Что-то я давненько не брала в руки кусачки, вспомнила про них и подумала, а вдруг ими будет неплохо. Кусачки у меня, кстати, вообще самые дешевые с Алиэкспресс. Они, на удивление, острые, и у меня все прекрасно здесь удалилось. Но это не значит, что я вам рекомендую кусачки с Алиэкспресс, тем более я делаю педикюр. Не знаю, как это было бы на руках. Затем я беру вот такую фрезу Груша, еле касаюсь и просто зашлифовываю всю кожу вокруг ногтей. Этой же фрезой я убираю какие-то мозоли, натоптыши и прочие прелести, но не в этом видео. Обезжириваю ногти, ну, точнее, наверное, не то чтобы обезжириваю, а просто убираю опил и прижигаю все свои болячки, которые там наделала, но у меня здесь только на одном пальчике. Сделала я это случайно фрезой пулька. Тяжело рассчитывать силу нажатия на ногах. В работе буду использовать новые топы базу, название не прочитаю и... Извиняюсь, конечно, за то, что они в перевернутом виде, но потому что педикюр я снимала в другом положении, перевернула его специально для видео, чтобы вам было виднее и понятнее. Наношу тонкий слой базы, без выравнивания, без всего, просто маленькой тоненькой кисточкой довожу ее до уголков ногтей. А в дизайне у меня будет участвовать гель-лак от Gelflower, 37 номер. Это мой любимейший цвет. Это такой пудрово-розово-сиреневый. А как вам такое название? Он очень, кстати, популярный среди моих клиентов, поэтому я его настоятельно рекомендую приобрести. Как вы заметили, что у меня, видите, как легло покрытие? Там какой-то есть прогал. Дело в том, что у меня не снялась вся абсолютно база с ногтя. Я просто сделала тонкий слой базы, и вот эти все бугры остались. Но ничего страшного, гель-лак в два слоя перекрыл все. Гель-лаки Gelflower и Rosalind – это одна фирма. И мне они очень нравятся. Следующий цветник, это у меня 22-й нюд от Eli 99. Мне очень нравится этот цвет, но на ногах он как-то вел себя очень капризно, потому что он какой-то немножечко жидковатый и сопливый. И просто не хватает площади для того, чтобы равномерно его распределить. Поэтому он скатывался в середину, с краев убегал в середину. И мне пришлось покрывать его аж в 3 слоя на ногах. Я его пробовала на руках отлично в 2 слоя. Маленькие ноготочки я перекрываю топом. Топ, кстати, сумасшедший блеск имеет. Не знаю, как он будет носиться на руках. На ногах носится все прекрасно. Но блестит он невероятно. Ну, приступаю к очень простому и модному дизайну. Здесь у меня... сухая кисточка распушенная, макнула ее в краску и просто здесь делаю такой творческий беспорядок.
Затем я беру паутинку Dark Soul. Это моя любимая паутинка, потому что она просто тянется и тянется и тянется. Ну, как вы можете заметить, делать паутинку на ногах — это просто сущий кошмар. Это гипер неудобно из-за того, что очень широкий палец и ноготь, соответственно. Но мне и так понравилось. Убираю салфеткой все лишнее перед сушкой. Буду также использовать свои новые испеченные наклейки. Я их покупала целым набором. И у меня тут случайно порвалась. Но я нашла точно такую же. И сделала это более аккуратнее. Когда я приклеила наклейку, я поняла, что саму надпись-то не особо видно, да и все равно мне понравилось. Попробуйте прочитать, что там написано. А на второй ноге я решила просто налепать сердечек. На каком пальчике вам больше понравился дизайн? Ну и все, перекрываю топом. Я тут не пытаюсь как-то особо выравнивать, ну, чтобы не создавать дополнительную толщину на ногтях. Просто пытаюсь перекрыть наклейку. Вот что в итоге у меня получилось. Если понравилось, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.